Пугающие фото неодушевленных предметов. Вот что происходит, когда неодушевленные предметы правят миром. Великолепная подборка оживших неживых предметов. Канал «Интересные факты» покажет вам 25 картинок, на которых вы можете без труда увидеть пугающие лица. Это неодушевленные предметы, которые явно хотят поговорить с вами. Я, наверное, даже не буду комментировать, вы сами увидите то, что увидится. Нет, не удержусь. Какая жуткая яичница, я бы не стал ее кушать. А эти туфли явно недовольны владельцем. Эта макаронина уж очень не хочет быть приготовленной. Какая злая сумка! Это же надо было так ее разозлить. Этот чайник явно попал не в тот ракурс. Не дай бог такое наяву увидеть. Будильник в недоумении. Звоню, а он все спит и спит. Какой вкусный ремешок. Вы тоже видите птицу внутри орхидеи? Злобные печеньки, которые не рады никому. Какой-то коварный лук. И явно недружелюбная роза. Эта швабра готова к серьезному разговору. Стиральная машина наелась испорченной одеждой, а взять она уже больше не может. Эти перцы явно чем-то недовольны. Увидев скошенные глаза на фасаде дома, мы тоже порой поневоле пытаемся разглядеть, на что же они там уставились. Но, по крайней мере, эти существа могут придать даже самому бездушному и уродливому месту некую искру юмора и жизни, как, например, этот симпатичный малыш. Или эта церковь, напоминающая курицу. Вам была интересна эта информация? Ставьте лайк за подборку. И поделитесь с друзьями. Вы можете предложить тему для следующего видеоролика прямо здесь в комментариях. Если вам нравятся наши интересные факты, то подпишитесь и не пропустите новые, невероятные и интересные подборки. На этом пока. Заходите на следующий факт, друзья.